Сегодня у нас появился стабилизатор, ребята, и второй выпуск одержимых уличной фотографии будет вот снят вот так. Since episode 64, so I've been a big fan for a while. I do my own show, and you know, this show itself has been a big inspiration of that, so I can't thank him enough for putting me onto this, man. I've been playing some music from some of my bros, but all based in around the Birmingham, UK area. So thank you to D Don't Care, K Caleb, Joe Caulfield for letting me play some of their music just now, unreleased or exclusive. So yeah, you're tuned in to me for a good hour of this show, so I hope you guys enjoy. Взяли 35-миллиметровый Sony FE с оптикой Carl Zeiss. 35 это классика. По нашей лестнице? Нет, мы не туда пойдем, мы пойдем в магазин. Так? Может быть здесь? Здесь.
сегодня снимаю на гиперфокале на 35 миллиметров. Google. ISO 400. Диафрагма на 8. Серьезно? Sweat suit and the
as I stepped in the spot, I stepped in the spot. 200 bitches in the building, ain't none of them my thing, none of them my. Except for this pretty young thing that was working all the way at the top, all the way at the top. Cause all it was is her name. Oh, she made us dreams, the dream. We drank it. Мне кажется, это чувствительность. Видишь, я не могу его развернуть к себе даже. Значит, эту штуку задела. Я тоже думаю, что я ее задеваю, но просто не слушается. Может, ты М нажимаешь случайно? Да, да. Да? А М это что? Могут. То есть, чтобы он не реагировал, если, например, на сноуборде, понимаешь? Mm. Чтобы он не реагировал на ладонь. Так, что? Вот я только что поняла, что не сняла и нажала кнопку «Снять». Привет, девчонки. Крутой вам съемки. Спасибо.
хорошо. Хотелось бы помоги мне его открыть, короче, потому что мне надо, чтобы он был заправлен. А почему он уже в краске? Потому что я пытался его шприцом заправить, не открывая, да. Серьезно? Да, мне не нужны, короче, бабки назад, просто помоги его открыть.
что, круто получается? Да.
Попить возьмем. Видишь, у меня пропуск.
было на зеленый. Вот тебе зеленый. Я говорю, вот тебе зеленый. Лимонад. Если ты умеешь придумывать отговорки, как я. Если не курить, то лучше не начинайте. Это единственное, что меня сейчас бесит, что я уже за столько лет приспустился и привык к этим палочкам. Я начинал, как все, думал, что это делает меня взрослее. Опасный лук. Это все фигня.